Scotiabank Arena in Toronto, New Jersey. And now, this finest three rounds in the UFC strawweight division. Introducing first, 5 feet 5 inches tall, weighing in at 116 pounds. Fighting out of San Geraldo, Cuyo. And now, introducing her opponent, fighting out of the red corner, a big martial artist holding a fighting out of Coconut Creek, Florida, USA, by way of Niagara Falls, Canada, Jillian McDonald. Кевин Макдональд, рефери этого противостояния. Проигрывала она Мария Буэна Сильвия, той самой, которая сегодня будет сражаться за пояс. Сражалась Полианой Бателия, Стайлес. Робертсон поддавливает. Виана повыше ростом, пока что действует с дистанции. Опять перестрелка. Робертсон и идет бороться. Канадка, потому что стойки пару раз получила. И в результате пробует счастье. Вот она даже перебазироваться в фулл-маунт. Ну, было ощущение, что она в состоянии это сделать, но я думаю, что пока что Джиллиан себя и здесь вполне себе комфортно чувствует. Освободить правую ногу Джиллиан. Ну, пока что Полиана никуда ее не пускает и достаточно активно защищается. Попутно блокирует руку. Отключить руку, да. Нет. Делает все для этого. Не дается. Что только Полиана можно, но пока что, да, Полиана. И она защищается. Остается сверху Джиллиан Робертсон. Хорошая работа, хороший контроль. Могут быть, да, и это естественно. Надо здесь побить, поработать. Стараться нанести урон. Тут же выбрасывает удар Джиллиан Робертсон. Разворачивается Полиана. Смотри, ног подает спину Виана. И вот тут можно, конечно, и шею заодно отдать. При Джиллианке нужно двигаться влево от себя Джиллиан. И она пытается это сделать вверх сейчас. Виана. Да, пока что сохраняет способность обороняться. И выходит из этого приема представительница Бразилии. По-прежнему положение. Маунт и... Сейчас, опять же, постарается высвободить одну руку, заправить под шею. Если, конечно, был. Можно и локтями здесь поработать, побить. И да, будет. Но посмотрите, сколь решительно в своих стремлениях Джиллиан Робертсон. Очень активно работает. Здесь хорошую защиту показывает Полиана Виана. И да, смотрите, уже она выходит на оперативный простор и попадает с руки. Точно. Se movimenta, não para na frente dela. Pode botar a mão que ela tá sentindo. Смотрим дальше. Да, и, кстати, такой небольшой оптимизм. В целом раунд она проиграла, но... В конце показалось, что ее рано списывается со счета. Да, хороший лоб. Потому что здесь, похоже, у Джиллиан есть перевес. И поэтому старается Полиана здесь держать дистанцию. Хорошо попадает с руки. Комбинация. Аккуратнее, конечно, бразильянке работать, потому что есть опасность подхвата и последующего перевода. Потому что, как показал предыдущий раунд, Джиллиан Робертсон поступает абсолютно верно. Потому что в стойке, очевидно, Полиана лучше, быстрее. Ну и сверху продолжает уверенно работать Джиллиан. Есть full mount, back mount. Снова попробует идти на удушающий или на болевой Джиллиан Робертсон. Тут хорошая почва для... Снова разворачивается Полиана, отдавая спину, рискуя, безусловно. Но вот здесь уже выбирать не приходится, что называется. Нету активной защиты. Отбиваться. Продолжает бить, продолжает наносить точные удары Джиллиан Робертсон. Снова локоть в голову залетел от Джиллиан Робертсон.
закрывается Поляна. Летят и снова локти в голову. И вот так моментами защита, конечно. Характер, но, конечно, здесь на одном характере скоро далеко не ускачешь. Рефери при таком развитии событий. Все. Да, это остановка, это победа. Джиллиан Робертсон технически. Ну, еще раз посмотрим, как заканчивается статистика. Да, причем Поляна Виана была в стойке посильнее. Она хорошо попадала, но почувствовала. Джиллиан Робертсон закрывает поражение в своем предыдущем поединке, которое она потерпела от Табаты Ричи. Ladies and gentlemen, referee Kevin McDonald has called a stop to this contest at 3 minutes 12 seconds of round number 2. Declared the winner by I'm here with Jillian Robertson. Jillian, this is only the second time in your career you've got to fight in Canada. When you heard you'd be второй бой here, твой в Канаде. Нокаут был в Эдмонтоне. И вот я вернулась здесь тоже с досрочной победой. In the build to the fight you said